Привет всем! Сегодня мы будем с вами готовить закусочный торт. Для торта нам нужно слоеное тесто, 500 грамм. Вот слоеное тесто, видите, я его уже спекла в духовке. В холодную духовку совершенно отправляется замороженное слоеное тесто. Вот эти пласты. Ну, вот такое слоеное тесто нужно. Теперь печень трески. Вот у меня баночка одна. Это пюре яблочное. Майонез нам нужен такой. Нужен сливочный хрен. Но у меня его нету. И купить я не знаю, где его купишь. Это, может быть, в русском магазине был бы. В нашем нету. Вот такая петрушечка, немножечко так вот. Лук. Лук я мелко-мелко на кубики порезала. Залила большим количеством кипящей воды на одну минуту. Потом под ледяную воду и на дуршлаг откинула и обсушила. Это у нас мелко-мелко порезанное яблоко. Три яблока нужно зеленых, а это вот третье яблоко. Из двух я сделала пюре, вам показала. Два яйца надо. Не обязательно два, вообще полтора. Одной половины лимона, значит, сок и цедру нужно. Вот у меня семга. Можно форель, можно семгу, холодного копчения, слабосоленая семга. Вот. Белый перец и соль. А, еще вот у меня на мелкой терке вообще российский сыр можно лучше. Но я вот пармезан, у меня уже он натертый такой, вот я какой купила, вот не надо натирать. Пармезан я использую. Будем сейчас объединять некоторые компоненты. Я уже вам сказала, еще повторюсь, в холодной духовке замороженные пласты теста я спекла. Я пекла минут 15. У меня вот такая духовка, значит, надо смотреть по своей духовке. Может, чуть больше, чуть меньше. Но как только они приобретут золотистый оттенок, и вот увеличатся в объеме. Это тесто было очень тоненькое. Они мало увеличились, видите? Нету здесь. И разделить их, как и нужно, на 3-4 коржа не получилось. Только на 2 половинки. Вот. Ничего, у меня 8 этих коржей будет, хватит. Вот. Потом я остудила эти коржи и разобрала вот на более тонкие коржи. Вот и все. Теперь, ну, шаг второй как бы. Вот это вот яблочное пюре. Я взяла 2 яблока зеленых, наколола со всех сторон вилкой и запекла в той же духовке, где вот эти коржи пекла. Ну, уже в горячей духовке на 180 градусов. Пекла я 30-40 минут. В зависимости от размера вообще яблока это получается. Очистила яблоко от кожуры и сердцевины. Вот, и измельчила вот в пюре. Теперь нужно яблочное пюре смешать с майонезом, со сливочным хреном, которого у меня нету, соком и цедрой лимона. И приправить солью и перцем белым. Сейчас мы это сделаем. Вот пюре. Сюда я добавляю майонез. Вот этот весь. Я, может быть, из-за отсутствия сливочного хрена, может быть, я майонез как-то еще на ложечку увеличу, посмотрим. Вот, добавить сюда вот цедру лимона. Я взяла меньше компонентов, меньше наполовину. И вот сок лимона добавила я. Теперь по вкусу белый перец. И соль. Соль я сейчас чуть-чуть только добавлю. И перемешиваю. Вот я перемешала все. Так вкусно. Я чуть попробовала. Очень вкусно. Теперь разомнем печень вилкой. Разомнем яйца вилкой тоже. Вот так вот. Вот я помяла яйца и печень.
Сейчас отправляю туда лук. И вот это яблоко, третье яблоко у нас вот такое. Сейчас перемешаем это тут. Сейчас будем смазывать все коржи. То печеным паштетом, то яблочным майонезом. Вот у нас две эти намазки, так сказать. Сейчас надо разложить. Все коржи я смазала. Вот. Все смазала. Вот корж с яблочным майонезом. Следующий корж с паштетом. Вот так вот. Следующий с яблочным майонезом. Дальше с паштетом. И теперь вот у нас нужно так вот, между двумя центральными коржами нужно выложить ломтики семги. И оба этих коржа должны быть смазаны яблочным майонезом. Причем верхний с обоих сторон. Сейчас мы так и сделаем. Сейчас будем семгу выкладывать. Вот я выложила семгу. Вот один ряд. Сейчас положим сюда с яблочным майонезом корж. И опять я выложу семгу. Вот так вот. Вот. Вот так вот. Вот. Оставшуюся я выложу. Куда мне ее девать? Вот так вот. Вот. Все. И накроем сейчас вот с яблочным майонезом. Коржом накроем. И сверху еще яблочный майонез я смажу на этот корж, а потом уже печеночный будет. Верхний этот корж мы не смазываем сейчас. Сейчас мы накроем либо пленкой, либо фольгой и положим тяжелую деревянную доску на 1 час. Потом продолжим. Торт у меня постоял под прессом 1 час. Сейчас смазываем теперь вот верхний слой яблочным майонезом. А сверху посыплю сыром. Дорогие наши друзья, торт я приготовила. Конечно, я не совсем довольна результатом своим, но что он будет вкусный, это я точно знаю. Но я немножечко не так себя чувствовала хорошо вчера. Вот я такой торт у меня получился. Могла бы лучше сделать, конечно. Спасибо вам за комментарии, просмотры, лайки. Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим близким. Спасибо, мои родные. Вы нам очень помогаете.